Помните, ребята, я вам говорила, ой, вот я всем задаю вопросы, а мне никто не задает. Нет, все, горшочек не вари, я отменяю вселенной, не надо все. Короче, это просто какая-то пытка вопросами. И ладно, вы знаете, ну задать какой-то вопрос, окей, и дальше начать развивать эту тему. А чел просто, я на что-то отвечаю, а чел игнорирует ответ и вбрасывает какой-то совершенно новый вопрос. Это не диалог, это какое-то интервью на систе. Хватит, пожалуйста, в общем-то ужасно. Вот знаете, вопросы от какого-то, не побоюсь этого слова, хрена с горы, ну неинтересно отвечать. Ну и да, я циничный человек, но интересно общаться с другом, за который задает вопросы, с приятелем, с человеком, который у вас вообще интересен. А вот просто какой-то чел возникает и начинает меня вот мучать. Блин, я не знаю, может материться начать, почему яганутые ко мне лезут? Вот эти сектанты всякие. С козлиными бородками, там, славянофил. Ну, я не понимаю, ну, почему я? Почему? Я злая мразь. Ну, отстаньте от меня, все! Охрененно интересный чел слушает музыку на прогулках, слушает музыку. Вау, ты такой необычный, чай пьешь, ух ты. А может, ты еще еду кушаешь? Блин, я такая циничная сегодня, сорян за настроение, но... У меня такой откат вообще и разочарование в жизни, так что мое циничное настроение какое-то время продлится, а потом снова буду всех любить, но это не точно. Охрененно интересный персонаж, слушает музыку, ходит на прогулки. Вау, ты такой необычный, чай пьешь, ух ты, а может быть ты еще и еду ешь. Вот это оригинал. И сори за мое, конечно, такое сверхциничное настроение, но вы знаете, я тут пережила недавно такое разочарование мощное. Я вообще тут перемолотая психически. Так что позволю себе некоторое время быть такой, а потом снова буду всех любить. Но это не точно. Привет. Меня зовут Анастасия. Свободное время. Я люблю есть авокадо. Выходить на улицу с собачкой. А также открывать Инстаграм и записывать сторис. Разнообразие бесконечно. Познакомимся? Огромная просьба перестать мне советовать починить новый. Ну, его просто пора выкидывать. Лошадь сдохла, слезь. Ну, господи, не надо ремонтировать все бесконечно. Надо просто быть открытой к новому. И я сейчас не о ноуте. Ребята, оцените степень кринжанутости. Чел все это время, я не знаю, месяца 3-4, наверное, следил за мной слева Ака. Потом... Ну, и периодически писал не слева, а в Инстаграме какие-то сообщения. Потом он нашел меня в телеге, начал меня там доставать, скажем так. И в какой-то момент такой пишет, а я была в Москве еще. Ну, что делаешь, пойдем покушаем. Я такая, нифига себе, как чел узнал, что я в Москве. Я, блин, это такая степень кринжанутости. Вот вы мне скажите, остались ли на этом мире... адекватные люди, не нарциссы, не арбузеры, не шизофреники, не кто там еще, не параноид, вот просто с нормальным психологическим состоянием. Кто-нибудь, алло! Общение с нарциссом. Ну, тут кто сам немножко имеет проблемы с нарциссом. У кого очень плохо простроены границы вот. Какие-то, да? Ага. Кто сам еще со своим нарциссизмом не разобрался. То есть, на самом-то деле, если так говорить...